А во сколько нас выгонят? Без 20? Без 20, да, потому что ребята нужно еще им в 6. Я не понимаю еще, вот тоже, как это будет происходить. Судя по всему, ты здесь будешь стоять? Наверное, да. Я так понимаю, что реквизиты будут стоять здесь, но... Смутило это есть с удовлетворением. Надо просто сделать побольше продаж. Вот сейчас. Но вот сейчас как? Но сейчас он зеленый. Когда вы чуть прибавляете, он превращается в оранжевый. А нам еще в идеале показать, что он превращается в бордо. А как же бордо? А он под солнышком превращается. Надо, значит, окно здесь. Я помню, что ребята делали как-то, мы делали. Не помнишь, не с тобой было это? Однажды мы уже делали такой эффект, и ребята что-то там... Он прям таким каким-то розовым фукси почти превращался. Да, я помню, это как ребята тут с каким-то другим фонарем мне подсвечивали. И происходило чудо на глазах у телезрителей. Вот этого я не помню, я так предполагаю, что... Нет, не Юля. Может, Никита? Это было в эфире. Мы здесь, это в новой студии. Ребята прям чем-то подсвечивали, прям подбегали ко мне. Причем это вроде как почти импровиз был. Не фонариком точно, а просто очень как-то близко. Я помню, что ребята прям наводили, и получилось. Темный оттенок он приобрел, и прям здорово. Только оранжевый, да, у нас получается вот сделать. Я вижу, что он вообще прям темный, вот если посмотреть отсюда. Да? А вот так вот, если снаружи, да, а на экране у нас получается оранжевый. А как же это делать? А что вы дырку-то не закроете? Смотри, дай мне ухо. Дырку закройте. Дима, дай. Катер, дай Дима. Дим, это какая вот двойка? Включай на ней диафрагму автомат. Автомат, да? Вот. Есть? Вот смотри, в автомате. Диафрагма в автомат, луч должен быть, этот, как его называть, не острый, а узкий. Узкий. И диммером просто выключайте свет и все. Только главное, чтобы... Ой, диафрагма была в автомате. Да. И плавно диммером опускаете прибор. Он не становится бордовым. Почему? Ну, просто зеленый. Диафрагма, чтобы он... Ты понимаешь, ты его выключаешь наглухо, и он таким образом, она сама себя компенсирует. Он просто... Вот сейчас я его 100% даю, и он подгорает. Ну, само кольцо. Можно купить только на камень, чтобы кольцо заменить. Сейчас, да? Да. Ну, все. Вот. Да. Да. Давай, теперь я начинаю его поднимать. А ты нажимаешь фильтр не надо убирать? Нет. Вот. Только фокус мы потеряли. Фокус на расстоянии хватает. Надо оттянуть чуть. Ну, в конце концов, про бордовый цвет я могу сказать о том, что когда вот уже подсолнечные струи света, появится еще третий цвет, да? И могу это озвучить. А вот у тебя цифровой, да, включен? Ты сейчас нету фокуса. Выжим делся. Да, фокус на бусах.
Давайте, да. Может, камеру ебану тоже? Спроси, а экстендер включен? Да. А? Это экстендер мыли? Нет, там дело не в этом. Но до этого был фокус. А? До этого фокус был, сейчас пропал. Ага, окей. По фокусу. Ну ты это питание перезагрузил. Окей. А, на первый, окей, хорошо. У нас умницы, красавицы, еще спортсменки, поэтому все могут поймать на лету, я знаю. Вы знаете, все есть. Сачком. Чего ты спрашиваешь, где тебе стоять? Вон там. Где будет, да, стоять реквизит? Вот здесь? Ну, да. Ой, мне лучше не смотреть, у меня... Катя видит? О, все, есть. Кать, где стоит реквизитор на эфире? Мы вот тут предлагаем. Они сами. На лестнице? Нихуя нету фокуса. Стол подобный. Где стол подобный? Вот стол подобный. Под обувь. А, под обувь. А у меня столоподобный показалось. Нет, нет, потом разберешься. Зайди лучше, Катя, спроси сама. Дим, нет нихуя фокуса. Давай еще тогда немножко. Да вон там, где стоит, там нормально. А, Дим? Там? Нет? У тебя этот цифровой включен зум? Экстендер включает. Да тише. Хватает? Где ты? Красиво. Давай, теперь давай. А что, она убежала? Она с той стороны пошла. Это сама, да, не срабатывает. Ну давай руками. Сейчас работает Димир. Сейчас я его опускаю потихонечку. Да. Да, ты прибавляешь. Вот. Вот я его выключил, он поменял цвет. Красиво. Зеленый, да? А теперь потихонечку пошел обратно. Да. Руками пойдешь, подрабатывать можешь. Вот, да. Да. Нас желтый. Конечно. Давай без этого. Ну, конечно. Это, слышишь, это автобаланс сейчас начал ебашиться. Мы работаем в компании. Вручную, да. Вот это сейчас в это, вот я выключу. Дискотеки, кому? Димеру? Пусть сюда. Я не знаю. Димер? Иди сюда. Короче, смотри. Выходите на двойку. И